Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Live. У нас на этой неделе вот такие вот крокодильчики, в общем-то, неделя крокодильчиков. Пурозавр обыкновенный, саркозух, таапатич, по-моему, пурозавр редкий, амаргозавр, аргентинич, по-моему, да, вот саркориксис и, по-моему, это гриппозух, по-моему, какой-то, да, и еще можно на карте сейчас... Так понимаю, бегают тенантозаврики, я их тоже ловлю, они редкие, да. Тенантозавр плюс дилоранозавр, получается вот этот новый супер-пупер-мега-гибрид, да. Дилофозавр мод 2, соберите ДНК, чтобы провести слияние, тенантарекса сделать, во-во-во. Дилос обычный плюс тиранозавр джен 2, вот этот полосатый, получается у нас дилоранозавр, да, по-моему, так, и тенентарекс, это уникальное существо, которое, кстати, по-моему, я скоро создам, если все пучком. Так, сейчас у нас, ребятки, редкая башня, и у нас будет 4 боя, кстати, там дан инкубатор тенента, тенентозаврик. Итак, вот такие вот у нас противники, кстати, да, и тоже моя заврика своего немножко качнул. Давайте начнем с наших таких более простых существ, да. Кто на что здесь способен? Так, это пурозавр обыкновенный, 112. Ну, вот этот парнишка здесь будет самый сильный, Эдмонтогуанодон, мне кажется. Пуруалитик, который мне очень нравится, и димодактиль, на которого стоит подмениться, если вдруг, что, и 107, такая скорость медленная, жесть такая, 105, оу, караул, 112, 126, блина, ну ладно, погнали, придется начинать с димодактиля, наверное, потом сразу и подмениться, и, если что, его вызывать на помощь. А, мы можем на Тенентарекса подмениться, это хорошо. Так, Стиги. Черт, поджури! Стиги оказался таки быстрее. Так, ну сейчас надо нам линять при любых раскладах. Наверное, сделаем вот так, хотя он тоже сейчас подменится, может парализуем, а ну-ка, а, и он, и два паралича, ребята, кто кого. А, мой сработал, ура. Так, давайте очистимся. А, это нейтрализация, ё-моё. А, вот так. Давай, давай. Ну что, первый... А, у него... Ух ты, это майозавр. Смотри, у него два... Ярость есть, да? Шикарно. Просто шикарно. Давайте сделаем вот так. А на следующий ход можно и подмениться. И подхиляться заодно. Прекрасный. Эдмонтогуанодонт. Гуанодонт, да, прикольный. Прикольный, прикольный. Так, Стиги. Стиги, что с тобой сделать? Просто уничтожить. Ах ты, ё-моё, щит поставил. А, отлично. Нейтрализация, штука прикольная. Ну и дельта. Дельта, конечно, быстрее, потому надо линять. Варп-прыжок. Так, и пурозавр у нас появился. Наскок, это нехорошо, конечно. Блин, такой твари должен был иммунитет. Это ж ё-моё. Крокодил. Пурозавр у нас относится, по-моему, к крокодилам именно. Ну, к кайманам. Но неважно. Семейство крокодилов. Возвращаемся. Может, паралич сработает. Сработал. А.
Ну, думаю, насколько его не спасет. Вообще шикарный динозавр. Его бы даже на высоких уровнях можно юзать. Схватка номер два. Так, кто у нас туда пойдет? Блин, эти все ребята были прикольные. А, ну ладно, Пуралита уже брать не будем. Давайте вот так пойдем. Ночной кошмар. Кошмары на улице Вязов. Вот это был действительно кошмар. Так, ну давай. Пуралитик. Мой один из фаворитов. Жаль, что он, правда, такой слабоват немножко. Так, что нам тут будут делать? Ну, давай так. Ах ты ж подлец. Сработал паралич. Блин, ну я просто... Понятно, мне тоже сейчас нужно было подменяться. Но я хочу немножко этим парнишкой посражаться. Ну давай, прояви свои прикольные черты, самые лучшие. Например, не парализуйся. Это контратака была, а теперь сама атака. Вот, не так уж-то, в общем-то, и плохо. Так, может, мы еще выдержим один удар паразаура лофа вот этого. Да, отлично, мы выжили. И, в принципе, вот теперь уже нам можно бы и подмениться. Блин, да так не, вообще неплохо он так колбасит. Вообще неплохо, ребята. Ну, время подмениться. Так, что, Майозавр? Майозавр еще успеется. Давайте еще разок. Димодактиль. Кстати, Димодактиль, он хоть и уровня 12, его можно использовать против любого существа, любого уровня, если у него нет очищения. Ну, вот тот взял и умер. Димодактиль. Красавчик. Так, о, скафагнат, ребятки, появился. Скафагната мы с вами еще не видели. А может, и видели. Ах, ты ж гад, кританул. Чисто фартануло ему. Ну, давай, Майозаврик. Жаль, что вот так получилось. О, опережающий двойной урон. Ё-моё. Хана тебе, птичка. Блин, три хелса. Опережающий двойной урон. И он открыт с самого начала. Вот, неплохо так, я вам скажу. Майозаврик меня удивил, да. Вот новые динозавры, вот эти вот. Интересные. Очень такие даже интересные. Ну и Пуралит неплохо, да? Хорошая контратака на 600 и атака на 900. Достойно. Так, бой номер 3. Что у нас тут за противники? Вот такие вот. В общем-то, давайте будем вот так вот идти. Че, Димодактилуса взять? Пусть будет на подстраховку. Того же Майозавра, блин. Ну да. Майозаврика, например. Подрезать. Ну, ясное дело, противник сейчас будет начинать с кого попало. А потом подменяться на Майозавра. Я вот так это предполагаю. Блин, ну тут... С кого? Майозавра. У него двойной урон сразу доступен. Нам пофигу, что ты быстрее. Вообще-то мы должны проатаковать первыми.
А, блин, ну вот что за логика? То есть я не подменяюсь, я делаю двойной урон опережающим ударом, а противник подменяется, и это почему-то в приоритете. Ну, как бы я не согласен. Так, ну я хоть быстрее, это радует. Просто нейтрализация. А подмениться фигушки не сможет он. И я не смогу, да? Так, ну, по крайней мере, добил. Это радует. Так, а нейтрализация у нас здесь дает, точнее, невидимость дает усиление. А, зачем опережающий? Кто знает, я не знаю. Вообще не страшно, парень. Ну, давай вот так. Неплохо кританул сквозь щит. Больно было. Согласен. Так, дельта. Дельта! Дельта не быстрее, чем мы. Представляете себе? Хотя, может, и пробьет. А вот и не пробила. Обломись. На кого подменимся? Ну, давай на тебя. Паралич есть, но сейчас он все равно будет ходить первым. Но у нас есть возможность подлечиться. Правда, нужно для этого выжить. Ах, ты добил таким, блин, удар с подменой. Обычный раптор бы не сделал так. Ну, давай, майозавр. Готовенький. Ну, давай вот так. Ничего страшного. Он уже не жилец. Ах ты, 300 всего лишь. Ах ты ж гад. Блин, хороший бой дал нам противник. Практически победил. Кря, кря, кря. Вот этот раптор, блин, да, вот у него двойное снижение, двойное, еще и полтора урона с подменой. Вот он мне тут картину подпортил. Фу, ребятки, так, и последний бой. У нас здесь появился пахицефалозавр, да, с параличом. Кого мы возьмем здесь? Блин, ну они, а ну-ка, здесь тоже есть подмена. Блин, они будут подменяться часто, то есть как бы кровотечение здесь вряд ли зайдет. Давайте. Тут даже не знаю, кого взять. Давай вот так. Трики для подстраховки. Хотя здесь есть возможность 2 раза проиграть в этом турнире. Ну, точнее, 1 раз. Второй, последний. Естественно, берем самое быстрое существо. Так, что там, паразавр будет? У нас иммунитет, нам пофигу.
Кто бы сомневался? Сразу же на подмену. Но не в этот раз. Давайте попробуем таки уклониться для чего-то. Есть же у нас это умение. Давай, цыпленочек. Но похоже на атаку у Найзавра, у Найринха из Jurassic World The Game. Уклоняется неплохо, да? Ну, жаль, что, что не бьет он этим ударом. Так, а ну-ка, у него, по-моему, уже ярость, да, доступна? Так, скафагнат. Нам на это пофигу. Это очень радует, кстати. Так, давайте-ка мы подменимся на вот этого парня. Давно не сражаюсь, вообще очень редко сражаюсь с обычным трисератопсом, но поскольку мне приходится его качать, он у меня уже 15 уровня, это для нового гибрида, там, трисератопса там с кем-то. Блин, а, что, ни одного паралича нет? Подождите, разве так было? Это что-то поменяли. Подожди, вот у обычного трисератопса были, по-моему, параличи. Может, я, конечно, что-то напутал. Ну ладно, посидим, подождем. Он довольно такой жирненький. А, пробьет таки. Не, не пробил. Ха-ха. Хана тебе, бронелобик. Все, ну надолго он у нас, на 2 или на 3 хода паралич, блин. Да-да-да, ты быстрее. Для этого у нас есть Майозавр. Паралич не сработал. Ну, получи двойной урон. Так, братец появился. Так, ну это не сработает. Ах ты ж гаденыш что такой. Так, так, так и так. Больно! Черт подери! Так, таки пробил, да? Или может стоило, наверное, себя ускорить, конечно. Нет, нет, по разам, по разам. И кто же победит? Я победил. Они же у нас, наверное, даже родственники там какие-то дальние. Ну, а Трики у нас пришел на вручение призов. Кстати, я его тоже качнул на один уровень, по-моему. Он мне 25-й уже, может. И вот у нас такой вот инкубатор. Тенентозавр редкий. Так, а самого тенентозавра нам хоть дадут? Вот, да, 397, неплохо. О, и скафагната, ребятка. Ну, создадим мы его уже в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.